бабочки – настоящее украшение нашей планеты. На Земле свыше 100 тысяч видов этих насекомых. Бабочки получили название чешуекрылые из-за того, что их тело покрыто множеством мелких чешуек различной формы и окраски. Эти чешуйки и создают определенный рисунок. Полет большинства бабочек порхающий. Это помогает им уберечься от птиц. Питаются бабочки нектаром цветков. Они высасывают его хоботком, образованным нижними челюстями. Такой ротовой аппарат называют сосущим. Обычно хоботок свернут в спираль. Как же бабочки воспринимают окружающий мир? У дневных бабочек хорошо развито зрение, а у ночных органы обоняния. Они расположены на усиках. У некоторых бабочек есть органы слуха. У совок они находятся по бокам грудного отдела. Вы замечали, что бабочки часто порхают с цветка на цветок, как бы пробуя их на вкус? Это действительно так, потому что часть органов вкуса бабочки находится на ее лапках. Один из главных признаков всего живого на Земле – размножение. Самка откладывает яйца, из которых выходят личинки. Их называют гусеницами. У гусениц грызущий ротовой аппарат и очень хороший аппетит. Они быстро растут и периодически линяют, сбрасывая тесную шкурку. После нескольких линик гусеницы окукливаются. При этом они пытаются спрятаться в укромные места, например, под листья. А некоторые окукливаются внутри кокона. Проходят 1-2 недели. За это время гусеница превращается в бабочку. Но летать она пока не способна. Требуется время, чтобы ее крылья расправились, подсохли, затвердели. Одна из самых распространенных бабочек, капустная белянка, приобрела печальную известность у овощеводов. Ее многочисленное потомство способно нанести большой урон урожаю. Но многие бабочки приносят и пользу, опыляя растения. К сожалению, с каждым годом бабочек становится все меньше. Берегите их, чтобы не только вы, но и многие поколения людей смогли любоваться красотой этих легких, грациозных существ.